Так, ну что, сейчас стрим переименую, пацаны. Так, что-то не хочет пока вы... этот... какой-то косяк опять на сервере. А вот, все. Так, а здесь у нас 2-2, парни. Забыл я интерфейс, как обычно, поменять. Ну, сейчас поменяю его. Все плюсуйте, ребятки, за это. Я вас благодарю, кто плюсует. Войска союзников атакованы. Да, плюсиков только 5. Почему-то. Войска союзников атакованы. Все, ладно, заплюсуете там потом. Это стопудово. Завершено. Так, ссылку на турнир добавлю сейчас в описание. Добавил, в чатик надо добавить тоже. Ну что, запили-пили, теперь будем в основной сетке болеть. А завтра надо за наших будет еще немножечко пацанов тоже поболеть. А здесь еще браток будет играть. Такс. На этих картах не работает Альтеф, к сожалению. По цветам менять. А нет, смотрите-ка, работает. Отлично. Бёрнинг и Тиран Вик. У нас тут пара. Два тирана, кстати говоря, против. А вот это кто такие вообще? Untitled и Парвиа. Это какие-то не наши игроки, походу. Так, разборки пропали во стрима. Не знаю, может и разборки. Так, ничего не загрузилось, в смысле ничего не загрузилось.
Меня все работает прекрасно. Пристройка завершена. Запись. Спасибо всем за плюсы, ребят. Кому проиграли, браток, с Димагой? 0-3 они проиграли, я вижу. Просто там в команде много игроков добавлено, поэтому я кому точно и не знаю, даже они слили. Так, у Зерга аж целых 3 хаты. Парабам 51, ничего себе. Тиран с одной базы здесь живет. И что они вообще делать собираются? Вот вторая у Тирана база. То есть супер какой-то макро вообще, халява. Есть Бёрнинг, так, Бёрнинг и Тиранвик у нас. У одного мех, у другого био, у Тиранвика био. Залетает дроп, здесь королева плюс викинг. Ничего не происходит. Войска союзников атакованы. Системы работают нормально. Циклон готов к бою. Ну что же, идет налом от Тиранвика и Бёрнинга. Пробивают они здесь оппонентов своих, насколько я вижу. Потери здесь у Тирана самые высокие, у синего, потому что его база приняла удар. Захватил еще здесь. Ну, это минус ТЦ-ха сразу же. ТЦ-ху пытаются восстановить. В это время Тиранвик еще и дропается на мейн. Тирана бедного здесь унизили. Как один зерк-то будет сражаться? Зерку ресурсами надо бы поделиться по ходу дела. Аверса еще какой-то чел. А, там неправильно. Аверс и Хеллрейзер? Аверс и Хеллрейзер. Сильные игроки достаточно. Почему не могли проиграть? Тем более 2-1. Я думал 3-0. Там типа в хлам вообще. Здесь макрохатка, кстати, у Зерга. Делается второй армор. И, ребят, сейчас интерфейс нормальный станет, где всех игроков будет показывать. Пока что так показывается. Это Бёрнинг написано. Но когда я навожу на игроков, лимиты показываются того, кого выбираю. Ну вот 47 самый ущербный тиран. Здесь 82. 115 у Бёрнинга, он играет в мех, и у него все замечательно там. У него 3 базы, у него очень много хелбата циклонов, плюс марики все это дело прикрывают, а там мутка. С двумя тиранами, блин, либо надо супер халявить, как они и пытались сделать, надо выходить технологии в нормальные, либо нужно их пробивать каким-то образом, двух тиранов. Так, на стиме заходит Тиранвик с Бёрнингом, еще раз. Так, циклоны, хелбаты плюс марики. Хорошо, мариков позиционирует Тиранвик за циклонами и хелбатами. Решение правильно, но здесь танки сзади выпиливают, плюс мутка прилетела. Ну что ж, молодцы буржуи. Держатся достойно. 130 зерга, между прочим, лимита. У Зерга реально много лимита. Грейды 1-1. Почему-то вторую броню он только заказал. А где коготь второй, не понимаю я. Но слабое место здесь тиран. У него 50-60 лимита. Он не даст выиграть, к сожалению. Скорее всего, я думаю, что здесь навряд ли из-за этого тирана получится выиграть. Суммарно там лимита больше. А у Зерга один зерг двух тиранов не потянет. Это 100%. Здесь уже ЦЦХ прямо на центре. Причем... орбиталка, даже не планетарка. Мутка пытается летать, пошатать. А
Ну, один тут, смотрю, у Бёрнинга делается, у Тиранвика 2-2 заказано сейчас. Тут у Тирана вообще ничего не заказано. Ну, так, немножечко био. Туры уже попёрли, блин. А у Зерга второй коготь. Хайв у Зерга нет, Хайва, конечно же, нету. Здесь 2 на 2 проще, туреток наставил, один там на обороне, второй контролит. То есть как-то одному зергу тяжело, тем более в милишный стиль играя против тирана, у которого одного мех вообще. Бейлинги слишком дорогое удовольствие в данном раскладе будет. Если здесь тиран еще чем-то прикрыть бы мог. Ну, у него есть там несколько танков, конечно, но и мариков несколько штук есть. Что-то сдается мне, что тяжело будет прикрыть. Так, пошел на лом. Торы по мутке влупливают, там био заходит наверх. Ой-ой-ой-ой-ой, био шатает. Тиранвик давит. Короче, давят здесь Тиранвик и Бёрнинг. А пацаны терпят как могут. Мулы полетели. Пацаны покидают игру. А, еще этот матч, потом победители с братком, и победители с братком еще финал, ребят. Здесь еще 3 матча остается даже, я бы сказал. Так, спасибо Бёрнингу. Троих тут подуспокою. Револьверу предупреждение. Так, на всякий случай. Чтоб кипиша не было. Кстати, 2 ГМЛа, пацаны-то там. Ты только смайл поставил, поэтому и предупреждение. Ну, видишь, ты... Какая ты персона. Смайлы поспамила, у пацанов там аж взбомбнуло все, что можно. Не могут успокоиться. Срут и срут в чан. В чан. Прозвучало прямо как это. Пророчески. Срут в чан. На самом деле в чат, но... 2017 год, ребят, все-таки. А может быть и в чан. Ну что же, поехали. Все нормально теперь. Цвета. Так, еще я на твиче-то ничего не переименовал, чуть не понял. Сейчас переименую, пацаны. ESM готов.
2 на 2. Только осталось довольно тухлое звучение. Довольно тухлое занятие нас убеждать, что 2 на 2 тухлое развлечение. 2 на 2 это великолепная тема. Ее-то мы и посмотрим. Как бы. А если что-то ты хочешь еще найти другое, то это уж не здесь. Так, хата у Зерга. В три хаты опять играет. Чего себе халявщики какие, а? Ух, как мы с Лехой таких пацанов принимали раньше. Прямо на ура. Надо Абдера подбить будет, поиграть. Конечно, уже такой уровень, как раньше, не получится в 2 на 2, потому что в 1-1 нет уровня особо никакого, но по фанчику поугарать можно будет. Так, два барака по риперу от каждого, оба через рипера цеху ставят. Интересный вариант тоже развития событий. Ну что, здесь у нас второй рипер. Ну, кстати, тиран тут второго рипера сейчас подстроит, примет легко достаточно этот врыв. Так, красавец принимает риперка чего-то, что-то. А, ну это Бёрнинга был рипер. Тиранвиковский, вот он живой, он тут рабочих шатать пытается, летает еще, все еще. Два рабочих зашатал. Ну офигел вообще. В итоге здесь 24-24, здесь 20-28. Ну, крит дэмэдж никакого не было получено, как в прошлой игре, конечно. Но в прошлой игре он был крит дэмэдж позже получен. Чраш 3010 активировал премиум на ваш канал. Чраш. Что за чраш? Когда кулак револьвера вроде бесполезная, ты буковки вроде бесполезные, да? Вот, с одной стороны, ну дело иногда говоришь. Ревчику надо сразу кидать предупреждение, когда он заходит в чат. И то верно, как бы. И у пацанов может бомбить меньше будет. Хотя не, наоборот. Если кинуть, то сразу, хопа, налетят коршуны. Сразу же начнется пригар. Тоже как бы не факт, что поможет. Ну что же. Дропщик тут летает. Тиранвик, Бёрнинг бомбит овера. Можно и минку было вкопать. Да можно и не вкапывать. Разницы вообще нет никакой. Так, здесь овер залетает проверять, что он хочет увидеть, я не знаю. Он хрен куда успеет. А, мув есть овером. Ну, мув есть, можно. Так, овер. В 2017 овера не контролит. Залететь на 11 мариков, ну это ж прохладно. Дропщик не заходит. Дропщик циклона... опа, циклона... циклоны плюс риперы дропнулись. Нифига себе, этот парвианин просто как порвал. Парвианин. Здесь собаки без мува есть, три цеха, вторая строится. Хорошо, дропщик этот выпиливает, и парвианин в этот раз поэффективнее, чем предыдущий. А у Зерга три хаты уже добывается вовсю. Рабочие выпиливаются просто на ура. Так, пришли КСМки. Надо отойти, надо именно КСМок сейчас пофокусить бы побольше. Что и пытается циклонами сделать этот парвианин здесь. Ну и, кстати, навыпиливал нормально. 35, ну все равно рабочих 28, все равно меньше, чем у всех, потому что здесь напрягает его тоже. Он тоже потерял рабочих. Он, кстати, больше всех и потерял, но один убил зато порядочным оппонентом. А Зерк в это время развивается на халявку. Лейры делаются, 57-8 дронов. Хорош, газ надо на третий добавлять. Блять, своих рабочих фаерболит минками. Спасибо, пацаны, всем за поддержку, за подписки на премиум. Здесь Либератор на мейн. Отключайте арвоки, поддерживайте по реквизитам в описании через плеер. Посмотрели мы ИЕМ
Блай, к сожалению, не порадовал нас сегодня, но у него чрезвычайно тяжелая сетка была именно за квоту. Во-первых, со Статсом он бился, а во-вторых, он бился со Снутом, чтобы с ТЛО побиться за квоту. ТЛО-то он сегодня обыграл, а вот Статса Снута что-то нифига не получилось обыграть. Ё-моё, тут Либераторы как напрягают жестко. Все-таки Terran Vic здесь все равно ведут с Бёрнингом, по-моему. 73,50, это 120, а здесь, ну здесь 140 лимита, но у Зерга рабов много, боевого больше у тиранчиков. Да и вообще два тирана, это просто жестко. От двух тиранов бил, вы приколите, сколько наркоманов здесь побежит вообще. Так, тут поначалу эти туретки везде есть. Понапрягал на халде маленько, Бёрнинг пытается отбиться. Так, здесь медивак помогает. Точнее, не медивак, да, медивак помогает рабочему. Ужасть, двух ударов его не убило в итоге. Здесь овер, что-то висит. Овера сейчас выпилят. У Terran Vic уже щиты есть, у Бёрнинга нет. У Бёрнинга зато плюс один есть, у Terran Vic только доделывают. С армора инженерки еще третью цеху занимают. Контроль по карте идет, там овера подрезал, здесь овера подрезал. Ну, в итоге Бёрнинга больше лимита, чем Terran Vic и Парвианина. Парвианин, как у Terran Vic примерно. У Зерга больше, чем у Бёрнинга. Что у... А, у Зерга Роуча Реваджера вообще идет пуш какой-то, что ли? Еще Зерг один на двоих, наверное, собирается ломиться. Ну, это же чушь полная. Куда он тут наломится? Здесь три танка уже. Причем танки все бёрнинговские. У Terran Vic голое био получается. Отбил Баншу здесь на мэне, молодец. Так, здесь камни пробиваются с тыла. А где тиран вообще? Он собирается помогать? Чего у этого Парвианина есть, блин? Где вот эти все... А, он в мех играет вообще. Ничего себе, он в мех играет. У него все дома. А нахрен это дома-то все вот это нужно, если здесь зерк прессует. 1-1, 2-2 зерк не делает. Странно очень даже как-то это все. Ну, пришел, понапрягал и уходит домой. Здесь туретки, здесь танчики есть. Ну, кстати, зерк плюс тиран в мех против двух био-тиранов. Это смотрится, ну, по логике вещей неплохо, как бы, да? Но во что это выльется, сейчас увидим. Так, очередного овера Terran Vic подрезает. Кстати, интересно, Джангл Кинг. Я всегда об этом думал. Приходит к нам горный король в чатик, и этот Джангл Кинг. Это не Terran Vic ли он одно лицо, что ли, получается? Ну, Terran Vic, может, это... как ее там этот... Раздвоение личности? Шизофрения, может, у него, не знаю. Что он, то у него бомбит пердак, то он в дотку играет, то в StarCraft. То он горный король в чатике, то там это, если действительно так. Интересно это прямо. Ну да ладно, сейчас не время это, об этом рассуждать. 102-431, здесь зерга почти 200. Опа, Greater Spire Hive уже здесь. Раз, два, три. Четвертую базу зерг занял. Внизу там уже. Дронов 80, экономика великолепная, 2-2 делаются. Второй бы шпиль ему запилить бы. Здесь Terran Vic идут вперед с... Хорош, два медивака, Либератор за три фаербола зерк накрыл, молодец. Terran Vic идут вперед с... Бёрнингом. Он же Black Templar. Так, здесь мех плюс роучи реваджеров много. Брудов 8. Где они вообще все бруды? Рядом, рядом здесь морфятся. Причем сканами тирана не задевают этих брудов. Как только бруды будут готовы и вылетят вперед, для... будет сюрприз хороший для тиранчиков эти бруды. Так, викинги начинают драться. Не нужно спускаться. Все, бруды готовы. Надо вперед выходить. Только не надо отдавать роучи на мувию так жестко. Зергу. 150 лимита. Где до заказ роучи-то вообще? Все, бруды поперли вперед, роучи под танки лезут. Куда? Караптеры добавляются сейчас? Или он уже чисто воздух собрался с Вичнуса? Похоже, он чисто воздух собрался.
Ну куда лезет земля-то тогда, ё-моё? Брудов надо прикрывать обязательно. Мех-юниты спускаются вниз. Брудлинги выманивают залпы от либераторов. Хорошо погнали. Хорошо погнали Тиранвика с Бёрнингом. Сейчас товарищи эти брудами. Плюс еще роущи заказаны. Золото у зерга живет. Бруды летят вперед. Надо бы грейд на брудков сделать сейчас. Так, Микос сейчас пойдет. Ох, Микос пошел на Мариков. Бруды плюс Микос, хорошо. Танки здесь рядом. Короче, танки плюс армада. Но здесь с тыла от Тиранвика врываются юнитов. Неплохая группа такая. Но Мариков-то достаточно ли, чтобы всех брудов выпилить? Я вот что-то не уверен. Нет, Мариков недостаточно. 200 зерга. Роуч очень вовремя подходит. Плюс викинги с караптерами весь воздух законтролили. То есть бруды доминируют. Караптеров уже можно в новых брудов морфить на самом деле и добивать, потому что викинги здесь прикроют в любом случае. Но газа нету, газа нету, но бруды добивают все равно. Ультрал Кевер там впилен сейчас. Очень много мариков с прироста выходит. Надо ли брудами туда лезть на этих мариков? Я вот думаю, что может и не стоит. Здесь, ой, здесь от тирана прирост идет неплохой. Бруды вперед ломятся. Сейчас марики с разных сторон попытаются ворваться, чтобы брудов убить. Через оклик в тело получается. Бруды от этого оклика падают. Два только выживает. Залп от минки. Тиран подходит, сижится. Плюс роучи добегают. Нужно ли туда идти? Нужно идти. Танки снимаются. Сиджи. Викинги садятся своевременно очень вниз. Мулы полетели. На БМе. Тиран Вик с Бёрнингом мулов накидали. И мулов в ответку накидали. Красота просто. Ситуация между Тиран Виком и братком многие годы. Никаких ситуаций не было между братком и Тиран Виком на ГГ года. Ну что, 1-1. Или это не первая игра вообще, ребят? Я не знаю. Так, ждем инвайта. Так, ладно, сам прыгаю, уже вижу, через кого прыгнуть можно. Третья решающая получается у нас. А чем мулов кидать? Манерные мулы. Ну, это от корейцев пошло.
Просто кидают. Мару любят попонтоваться. Ну что, погнали, ребят. Один-один здесь, решающая игра. Победители с братком Димагой будут биться, в общем-то. И... А потом еще будет финал. Бу-5 или Бу-3, я не знаю, но какой-то будет. Это долго, это 2 на 2 турик проходит. Ну, с лузерами, потому что, поэтому и долго. Бля, а как это получилось? Я чуть не понял. Арт подчеркивание в подчеркивание Йойчи поддержал ваш канал на сумму 212 рублей и сообщает: ловись, поддержка большая и малая. Спасибо, Art of Joyce. Я не буду счет проставлять. Видите, как получилось, блин. Я не знаю, как этот интерфейс не должен так раскидывать игроков. Ну, блин, он почему-то раскидывает все равно игроков. Так, видимо, это от карт зависит. Хотя карта старая, на самом деле. Спасибо, Art of Joyce. Поддержка это всегда хорошо. И большая, и малая. Задержка. Задержка 90 секунд. То есть для вас около 2 минут, кто не на премиуме. Не, Бу-7 финал точно не будет, это перебор. Куда час ночи Бу-7 играть. Вот. Улучшение командного центра завершено. По крайней мере, я надеюсь, разум возобладает, потому что Бу-5 и так этого достаточно вполне. Надо бы BNZQ как бы узнавать, что там с финалом. Так, Бёрнинг и Тиранвик. Рипер Реактор, короче. Так, второй барак, а здесь что? Здесь факта. То есть у одного выход Мариков, у другого факта. В этот раз решили оба в био не играть. Привет, Лёлик ДР. По записи ЕМА выложены на... Этот на Good Game Player. Вот, можешь смотреть. Посмотреть сетку и ЕМА, и посмотреть, что ты хочешь посмотреть. И тогда будет все понятно. Так, хатка, кстати, у Зерга 3. Почему-то дальняя. А, ну Тирану оставил под цеху. Получается. И здесь опять Рипера
Циклоны передропинг мимо. Да, похоже на то. Для факты лаба тут подстраивается. Прилетел, гранатки кинул, улетел. Блин, вот если собрал... Даже мула не выпилил новейшего. Вот мула хорошо было бы выпилить. Но если ты собрался дропать циклонов, нахер... Нахрен он отдал тогда... Сейчас этих риперов-то. Хотя они все прилететь бы сюда не смогли бы. Да похуй, можно, да, выпилить здесь спокойно. Марики подходят. Мариков много. Улетают циклоны сейчас. Здесь рипер летает. КСМ-ку зашатал. Да, зашатал КСМ-ку. У Бёрнинга саплайблоп. Опять зерк по лимиту вообще в гигантском преимуществе просто. Спасибо всем большое за поддержку, пацаны. Чего такой худой куш? Мало я на диете. Кто-то сказал, что я худой. Я самый жирный за последние 2 года вообще сейчас. Вот. Или какой я должен быть, блядь? Просто как... Свинота, что ли? Я не понимаю. Ладно, короче, эту тему... Эту вообще тему нечего поднимать. Какая разница? Так, летают дропщики, я отписал просто в чатик турнира, что ГУГУ 5, потому что ГУ-7 это бредство. Если просто, если сейчас вот 23:40, если второе ГУ-3 будет долго еще, то есть финал лузеров, и мы в час будем финал ГУ-7 начинать, я его не буду стримить, я спать пойду как бы нафиг, потому что завтра и ем, завтра мне человек там урок просил сделать, как бы с утра нафиг, я не буду так долго стримить. ГУ-7 это просто это на 2 часа я мой финал. В 4-4 ночи ложится, что ли. Так, приезжают гелики, начинают адски жечь вообще. От Бёрнинга. Пытался трансформировать хелбатов. Ну, не очень удачно. Но по лимиту все в плюсе Бёрнинг здесь с Тиранвиком. В абсолютном плюсе, я бы сказал. У них все хорошо здесь. Счет 1-1, напомню. Можно проставить, типа так. Неважно, 1-1, не в чью пользу. Да, будет понятно. Так, фаерболами здесь медиваки. О, хорошо, зерк фаерболит, кстати говоря. Ну, зерк такой жирный, макристый, я бы сказал. Тиран как тут, постоянно тирана мало, я смотрю. В этот раз и Бёрнинга там немерено просто, у него мех опять же.
Армори тут есть, кстати говоря, два уже. Можно грейды пилить спокойно, 2-1. У Теранвика 2-1 грейды уже делаются. Зафаерболил Минки, но здесь много вперед юнитов, очень прям идет. И до контроль небольшой Тиранвика. Выдвигается Бёрнинг и Тиранвик вперед. Где здесь Тиран-то? А, вот он. Он играет мех, но у него значительно меньше юнитов, чем у Тиранвика, Бёрнинга. Здесь Тиранвик с Бёрнингом фронт делают. Идут уже вперед, пытаются в лоб зашатать автотурели. Био немерено, зерк не выдерживает. Тиран тоже не выдерживает, у него вообще юнитов мало. Никоза заходит, здесь танчики еще сзади пододвигаются. Похоже, это победа Бёрнинга и Тиранвика. И будем смотреть против братка с Зимагой. Да, здесь все ясно, ребят. Продавили, все-таки продавили танков. Вообще немерено здесь. Все они... А, не, один тирановиковский, смотрите, такие. Опа, здесь никнейм другой. А кажется, что да, когда цвета одинаковые, кажется, что все танки одного игрока, как будто бы. То есть, пацаны, четвертое место, получается, заняли, бились-бились, и в призы-то не попали, получается. Ну, бывает, черт. Пусть еще приходит. Ничего, кроме ESL, завтра не будет. И ESL не будет, завтра будет EM. Но он от ESL. Все, тут в лоб додавливают. Тиранвика, правда, 80 лимита, но Бёрнинга 150 меха, и этот мех-то как раз и унижает. Сейчас тиранвиковские юниты роль только там танковки вот здесь играют, получается. Танки жестко стреляют. Все это двигается вперед, идут торы. Пропустите нас, сейчас мы все здесь поломаем. Залп по викингам пошел, но надо по земле эти танки ломать. Танки ломают здесь. Как же Тор больно крошит все, конечно, это жесть вообще. Есть уже КСМ-ки вперед, идут потери. У Зерга больше всего потерь. Да и Тиран больше потерял. Тут в среднем больше намного потеряли. Что-то сложились люди. А, бруды. Как же поздно эти бруды. Они должны были быть значительно раньше, чтобы что-то изменить здесь вообще. Войска союзников атакованы. Отследуют за мной. Войска союзников, база атакована. Оружие тут. Ваши войска атакованы. Так, Джангл Кинг, Тиранвик подает сигнал к отступлению, Бёрнингу отступает. Короче, Бо 5 финал будет и с преимуществом одной карты. У победителей Венеров сетки, то есть у Аверса получается. Им нужно взять две карты, братку с Зимагой 3, соответственно, вот так вот. Я думаю, это справедливо, да и поздно уже, реально поздно турнир проходит, как бы. Получается, что сейчас еще эта игра сколько пойдет, и у нас уже 23-46, потом финал лузеров. И только потом у нас финал общий будет. 3-2 делает Бёрнинг. Ну, 200 лимита надо дожимать уже. Чуть... А, ну вот, пошли. Ё, посмотрите, какой... это реально просто, это... У тиранов явно радуется глаз при виде таких картин, потому что здесь просто
ломательство идет. А здесь тираны в союзе с зергами просто. Ну, кстати, викингов покрошили здесь, только торы здесь вытягивать будут. Получается воздушный бой. Но торы именно брудов укусят, это правильное решение. И торов 4 штуки здесь. Грейды у них 2-1. Покрошил все по воздуху. Заходит дальше 180 на 80. Здесь совсем лимита мало осталось. Мулов уже начинает кидать. Челы покидают матч. Это ГГ. А, здесь 2-2 даже. Земля 3. Третья броня и вторая воздушная атака делается. ГГ. Никто не пишет здесь, но такие дела. Ну что, ребят? Ну что, ждем начала, пацаны. Так, 2 на 2 нет ни у кого особых преимуществ никаких. Решает скилл как 1 на 1, но... Ну, лучше не зеркалки играть, не зеркалки. Плюс еще из первого Старкрафта на лейте К-400 лимита зерк, он обычно мясо представляет из себя. Но если там 3-3 воздуха, раптора, бруды, то это очень неплохо заходит на самом деле. Что, браток, с зимагой черкать должно уже карты? Против Тиранвика. ВБНЗК говорит, что суперфинал будет БО5. Просто одна победа будет у Аверса с Хеллрейзером. Так, ну чё. Там два Терана, да, играют. То есть, нам, по сути дела, нам надо оставлять маленькие карты, я думаю, против них. Наверное. Или нет? Да, я думаю, вообще без разницы. Можно и в макро играть. Вообще можно, да, в макро.
Ну, я уберу, наверное, заснеженное плато. Мне что-то не нравится, что там могут дропать всякие такие херовые. Хотя и... Есть такое там, конечно. Давай заснеженное. Заснеженное плато. Блин, вот хрен знает. Ну, мы реально будем чисто с ними на макро играть или все-таки... Короче, долго решают что-то, пацаны. На стриме, как будто никто стрим не слушает на макро, не на макро. Там же все слышно. Фу, блин, что-то подустал я, ребят. Стрим идет уже 11 часов где-то. Ну, раз решил 2 на 2 постримить, надо достримить уже, видимо. А, задержка там у братка. Все, уже почеркали по ходу дела. Отлично. Сейчас буквально на секунду отлучусь, ребят, и продолжим. Открою окно. Дойду там до кухни и продолжим смотреть турнир. Так, все, я здесь, ребят. Ноль-ноль счет. Alt+F на этой карте не работает, как вы видите, вообще никак. Ну, привыкайте к цветам. Зато хоть по командам распределились. Это новые карты. Брату Крипер... Так. Браток играет через Рипера Факту. Я понимаю, Димага 3 хаты пул делает. Ага. А тут Тиранвик вообще прот. О, этот... Да, Тиранвик протсом играет. Ничего себе. Мне кажется, это не очень решение правильное, потому что чем им два тирана-то помешали.
Вот только что они играли против Зерга и Тирана, и здесь Зерг и Тиран. Зачем Протосом-то играть? А вот это мы им бобил сейчас, походу, увидим. Старгейт пошел, а Нексус здесь заказан. Рипер от братка вперед летит. Здесь два гелика делается. Браток прилетает рипером. У Теран Вика нету рабочих на второй базе. И что он делает? А, ну вот. Пошла минка. Рипер на вторую просочился, Нексус. Да нет, здесь уже никуда не денется этот рипер. Зря браток летал. Можно было второго рабочего попытаться выпилить. Так, Бёрнинг в самом начале уже завтыкал с депухами. Вынужден кидать экстра сапплай. Почему завтыкал? Потому что за геликами, за рипером, походу, гонялся. А здесь фениксы строятся. Димаги 3 хаты. 34 дрона. У тиран, так, 29 у тиранвика. По 25 братка Бёрнинга рабочих. Так, эпохи делал здесь инженерка. А что браток, кстати, играет у нас? Браток играет факту также, кстати говоря, на лабу. Факта на лабу. Опа. Интересно. Две минки добавляются. Факта на лабе. Синее пламя или что здесь будет? Вообще не знаю. Но вижу два циклона. Грейдов пока не заказано в лабе. Танк надо делать, да, получается, наверное. Или что там еще делать-то? Так-то на базу у братка с димагой больше, но у зерга на базу то, что больше, это нормально. Здесь второй Старгейт попер. По три циклона. А какой смысл вообще? Там надо было реактор делать, чтобы по 4 строить за раз. Ведь газа хватает на четвертого, кстати говоря. Так, туретка под вторую цеху от фениксов на ближайшую перспективу. По третью цеху, точнее. Здесь гелики и циклончики. Еще минки две какие-то Бёрнинг строят здесь дома. Я не знаю, зачем ему минки. Нексус третий внизу пошел. Тиран Вик фениксов построил, не знаю. Не выходит пока в армаду. Не пытается. Здесь у нас 12 дронов получается. Гоняет Феникс и браток. Тиран Вик ринулся, как будто хотел тут подраться немножечко с циклонами. Ну, в принципе, поподнимать их можно, как бы у них дэмэдж маленький. Тем более фениксов больше. Ну, там такая битва была без особого ущерба и одному, и второму. Здесь флит бикон, выход в армаду идет. Я не знаю, надо братку с димагой решать вопросы. То есть нужно выходить и пушить армаду эту. Иначе, как бы, особенно мех тиран, там карреров, если много будет, они распилят ведь все нафиг. Сканы идут. Ну, третий Старгейт точно спалили заказанный, флитбикон не спалили. Братка, третья цеха готова. Еще туречка плюс пошла. Сейчас по три кайра будут строиться, чем дольше сидят. Браток с димагой, тем больше. Опа, димага два шпиля добавлю. Все, он собрался маска рапторов пилить здесь. Ничего себе. Скоро FPS мало. И так уже 35. У меня 35 FPS в этой игре. Скоро их станет еще меньше, по ходу дела. Thank you.
Так, что-то фениксы туда-сюда летают, улетели. Ничего пока фениксы не делают. У Димаги уже 1700 на 1200 ресурсов. 65. Фига себе, там рабочих у Димаги, как у братка. Вот на золото надо добавить. Да, один из дронов делает. Сейчас коготь и 1-1 на воздушные грейды пошли. Теранвик делает уже маза. Посмотрите, играть в армаду и плюс один заказывать, когда уже мазашип делаешь. Сразу видно, не на опыте. Нужно плюс, надо уже на такой стадии уже, чтобы плюс 2 на половине был. Тут уже плюс 3 скоро надо заказывать. Потом кривовато блочит добычу здесь, но это мелочи, ладно. Ну, сканет Димаг браток, видит карьеров. Тут караптеры поперли. Золото у Димаги добывается. Нужен спорок здесь на золоте бы напилить. Дронов 80 уже. Караптеры могут нейтральные камни обоссать? По-моему, да. Так, браток выдвигается вперед. Здесь минка есть на ксилнаге. Есть скан у братка. Просканил мимо минки, его дает. Так, подходит браток. Здесь мазершип есть. Караптеров много. Опасно, Димага ломится. Ё-моё, браток здесь отдается с Димагой. Карреров пробревают, правда. Фениксов выпиливают. По земле ничего не осталось. Сейчас и караптеры из-за этого терпеть начнут. Короче, у Бёрнинга и Теранвика больше намного лимиты. Они реально здесь просто в супер плюс подрались. И Димага с братком отдались в хлам вообще. Во-первых, пришли как-то странно. У братка не так уж много по земле было. Голые караптеры без брудов. Там брудков бы пару штук бы вот вообще подрешать могли бы. Брудков не было. В итоге Бёрнинга 2-1. У братка тоже... А, у братка, погодите, у братка вторая броня, первая атака только делается. Он броню первую вообще делал. Зачем, непонятно. Тут плюс 2 и по 4 кайра. Не, все, тут уже... Не остановить Теранвика, он выйдет в армады, 200 лимита. Центр весь заняли вообще. Ну, честно говоря, вот это 2 на 2 такое не самое, не самое, как бы, такое, как по мне, крутое. То есть, она просто тупо масится, да, 200 лимита, как бы. Есть более интересные стратегии. 2 на 2 гораздо рабочие. Ну, сейчас карты такие еще непонятно надо. То есть анализировать, где еще и чего там работает вообще. Три гелика от Бёрнинга приехали, отдались. Короче, уже Бёрнинга почти 200. Здесь 160. Просто, короче, как Димаги примерно. А Бёрнинга больше, чем братка. У грейдам у братка 3-2. У Бёрнинга вторая армор на третью атаку заказ. Димаги 2-2 доделываются. Здесь грелочки попёрли. Правда, вот грейдами как-то на самом деле... Теранвик. То есть надо у него, у Теранвика уже 4 базы, 4 золото, 5 стать. И на такой стадии уже нужно делать не просто атаку, нужно 2 кибернетки, нужно еще он еще армор, а не третью атаку делать. Нет, третья атака здесь крайне важна, конечно, но армор, вот он отменил, третью заказал. Нужно просто вторую кибернетку уже до этого добавить было, ну, сейчас-то уже поздно, когда третья атака заказана, нет смысла. Хотя, если прямо сейчас добавить, все равно арморчик пораньше будет, да? Ну, лучше раньше было бы добавлять. Немножечко. И поля заранее начинать делать. Здесь надо тройки все грейды на воздух, на такой крутой.
Так, браток занимает право. Кстати, вот, вот базы рядом стоят, и никто даже не законтроливает вообще. Ну, сейчас такое знатное мясо будет, на самом деле. Я даже уже просто сверху буду смотреть, потому что... Так, браток Зимага идет вперед. Давайте по юнитам посмотрим. 37 корабтеров, 6 вайперов у Зимаги. У братка что, 4 ревена? А как они собираются 12 кайров, 9 грейлов убивать? Мне вот интересно. Просто тут 8 торов уже, жесть-то какая. Ну, кстати, танков не так уж много. Так, 2-3 у братка доделываются. Здесь уже атаку на воздух делает, как вы видите. Так, секира поперли прямо в мазершип. По мазершипу прилетает. Атака идет. Тиранвик дерется без прикрытия своего союзника вообще. Торы, так, торы с атакой не сплэшивают. Сплэш надо вот такой ситуации делать. Во-первых, рейндж дальше. Видите, какой стек, ё-мо. Вот сюда сплэшем зарядил. Ну, что за, блин, тормозменство, блин. Реально сплэш здесь жестче решает. Короче, Димага слился по лимиту братка. 160, здесь тоже 150 всех. Ну, карреры падают. Очень быстро, причем они падают. Заняли позицию, браток с Димагой, очень неплохую. Так, чуть повыше сделаю. Ну, тут Тиранвик развалился. Димага за счет прироста пытается наломиться. Все почему? Здесь великолепные грейды. Здесь всего две атаки, сейчас третья будет. И дрался просто без тирана. Корабторы в таком стейке, а туры поставлены на атаку не сплэшевую, а вот эту по 50 дэмэджа, короче, в одинарную атаку. Был бы сплэш у туров от 5, они бы сейчас так бы залепили бы туда с двумя атаками этими бёрнинговскими, чтобы димаги корабтера вот так вот фрюк, свернулись бы просто и спать бы пошли бы, как они сворачиваются, когда их убивают. Отходит браток димага, дают отмаситься далее тут бёрнингу с Тиранвиком. Братка, тут левая часть карты занята вся вообще. Ну что, опять смещаются акценты атаки вниз. Есть одни сплошные корабторы у Димаги. В данный момент 46 и 9 строятся. И 12 строятся. Ничего себе. У Димаги весь лимит. Посмотрите, у Димаги 3 королевы и 51 корабтор. То есть он... полностью на воздух перешел. Но учитывая, что у братка танки, кстати, это решает. У него почти 60 корабторов будет. Офигеть. 60. Сколько корабторов? 60. Заверните, пожалуйста. Так, ЦЦ-шку Бёрнинга. Браток Димага убили. Танков 23 штуки. Приходят они. Сижаться пора уже. Димага летит вперед корабторами. Слишком много здесь корабторов. Телепорт Тиранвик делает. Грелки не все телепортнулись. Ой-ой-ой. Димаг просто за залпом. Пиу-пиу по юниту выпиливает. Надо мазершип забирать. Надо карреров забирать. Надо аккуратнее вообще быть при этом всем Димаге. Так, ревенов здесь нету. Торы опять без сплэша, походу. Прикиньте, 60 корабторов в такую кучу. Прикиньте, торы сюда сплэшем заряжают. Ой-ой-ой. Так может зайти просто. Сплэша нету. Выпиливает Димага все. Тиранвика, но это не умение играть в армаду и торы без сплэша называется. Тиранвик решил, что через оклик послал, все само убилось. Не, нифига, что-то не убивается. Да, и торы без сплэша. 60 корабторов в такой кучке. Ну, сплэшем тяжело зарядить, когда 20 танков прикрывают, тоже с другой стороны. Но были моменты, по крайней мере, предыдущий замес, там много моментов было, которые могли сплэшем зарядить вообще. Без сплэша торы эффективны против брудов зачастую, но и то иногда бывают бруды в стейке летают, там со сплэшем выгодно по ним жахнуть к его. Так, браток и Димага защитили свои позиции, получается, да, как бы. Но здесь добывают другую часть карты, тоже Тиранвик и Бёрник, но Тиранвик потерял все, как бы, у него вообще нечем драться, понимаете. Вот сейчас он шторм добавляет. Грейды он больше не делает, у него только 3 атаки есть. То есть процесс бесполезен в данный момент. Все, что есть, это 4 кара, 4 грелки, это, мягко говоря, маловато.
Господи, маги Грейтер Спайр, он сейчас брудов собирается добавить, да? Судя по всему, брудков добавит. Караптеров здесь с перебором даже, как бы складывается браток Димага, уходит, можно в другом направлении пойти. Здесь Бёрнинг делает выход на Димаге базу дальнюю. Зачем-то геликов складывает, раскладывает, опять потом перераскладывает. Заезд на золото бесполезнейший заезд, синего пламени нет, просто 5 геликов отдал. Лучше перед турами потанковали бы, они постояли реально. Так, ну это отдача 5 туров, то есть просто убил хату, больше ничего, ну дронов поубивал. Ну новых построить, туры газа стоят, это юнит, который вообще нельзя разменивать сейчас на экономику, блин. На такой стадии, когда такие лимиты, когда столько ресурсов много. Все, что нужно Бёрнингу было сейчас, вот реально, у него 200. У него 200, у оппонента 100. Ему нахер не надо размениваться. Стоишь на месте, скидываешь все ресы, как бы сейчас Тиранвику. Пусть он армаду восстанавливает и все. Ну, я давно ядерных бомб не делал, но ничего не изменилось, как бы их можно делать, да, чтобы позиционно там кидать куда-то. Ну, сейчас уровень высокий, все обычно готовы. Брудов у Димаги 10 штук есть сейчас. Берлинга 3-3, 3, а те атаки доделываются. Так, Димага решил даже брудов не тратить, просто караптерами, говорит, засу и засыплить. Туретки тоже, говорит, так же сделаю с ними. ЦЦХ падает, и туретки падают. Все, караптеры зарешали, нормально все. Здесь в это время Бёрнинг и Тиранвик выносят братку дальние базы. Кстати, зря вот так. Им братка, правда, запаса ресурсов там выше крыши. У них 200-200 с Димагой сейчас лимита. КСМ их браток пытается отвести. Все, сюда возвращается в этом направлении вместе у Димаги с братком. Надо ЦЦХ сюда перелетать. Здесь заново все занимать, конечно, Бёрнингу с Тиранвиком. Ну что это такое? Ну вот я не знаю, как Бёрнинг один хочет выиграть. У Тиранвика 109 лимита, блин. Он не может ничем помочь существенным здесь. Вообще не может существенным ничем помочь. Ну да, шторм есть. Что этот шторм даст сейчас? Ничего не даст нафиг. Здесь рейвены там и там. Все, все, что нужно было, не отдавать вот этих юнитов и просто отвлекать хелбатами, геликами, пытаться и скидывать ресурсы Бёрнингу. Это гораздо важнее, ну, вот этих отвлеканий нелепых. Так, грелки на караптеров полетели, штормы проходят в танке. А что толку в танке штормы вот эти? Секира с двух сторон летят. Жесть, просто замес конкретный. Сплитится браток, отводит. Здесь караптеры непонятно как дерутся, но их столько много, что их просто нереальное количество. Опроса нет практически, смяли браток с Димагой, здесь все к черту. ГГ. 1-0. Здорово всем вообще. Пацаны, вот такие вот пироги, как вы видите. Ну вот Тиранвик отдавался в том бою армадой, 200 не было, грейды не самые важные. Плюс шторм, ну конечно, надо вот в таких макроиграх армаду со штормом стараться сделать. Но даже без шторма, просто если были бы лучше грейды, 200 лимиты и в правильной позиции он дрался, думаю, все бы нормально было бы. Ну что, ждем вторую игру. Какая карта, я не знаю, там будет, но какая-то явно будет, и надо туда врываться. С чего ты взял, Вервуль, что игроки не передают друг другу ресурсы? Просто я на это не обращал внимания, они могли передавать их много раз. Но это и не суть важно в такой ситуации, передают, не передают. Есть просто билды, начальные билды, когда ресурсы передаются.
чтобы один с тебя бустанул и там какой-то тайминговый пуш сделал, например, как бы, ну, это обычно просто делают. Вот здесь же такое, ну, не очень катит. А в армаду, когда играешь, это очень долгое развитие, когда играет тут один в армаду, нужно, чтобы от двух было, как бы, был лимит хороший. Что получается? 1-1. 1-1 не получается. ХЗ, про что ты говоришь? Получается 1-0, браток, Димага. СНГ про уровень сейчас выглядит так, а что тебя не устраивает вот в данный момент, в 2 на 2, по крайней мере. Так, чуть демаги нету.
Так, ребят, ну вроде все пришли. Так, ну все, все готовы, поехали наконец-то. Так, поехали, ребята, 1-0, браток, с Димагой. ИСМ готов. Чтобы фигню всякую не писать, со счета 1-0 посмотрите для начала сетку. Это не последний матч на сегодня, во-первых. Так, какая страта Зедлинги и Малики? Лёлик, Дэр, ну ты расшифровываешь, что пишешь. Не надо, вот когда вы что-то пишете, ну, понимаете одно, здесь игроки играют ГМЛ, и которые в один на один турнирах выступают неплохо. Они из платины, бронзы, серебра, там, я не знаю, алмаза. Или мастер-лиги тира 3 там. Поэтому, ну, страты здесь какие играют, такие и работают. Но могут быть и другие стратегии, могут быть очень агрессивные стратегии, агрессивные улыны. Я смотрю, эти 2 на 2 здесь все халявят постоянно, как будто никто не пушит ничем. Играя без разведки, вот сейчас просто, например. Ну, здесь тиран прут. Но можно что сделать, например, там, 3 барака риперы плюс от прутца 3 гейта пуш, все, как бы, здесь улетели просто Димага с братком сразу же. Это будет не отбить. Скорее всего. А если Зерк, ну с Зерком там уже по-другому они поиграли бы. Ну, а бывает, что и так отыгрывают. Причем, ну, Тиранвик делали разведку. Извините, ребят, отвлекся до этого. Что-то уже, ну, стрим уже почти 12 часов уйдет, поэтому как-то тяжело. Вот, надо отписать домой, там было ВКонтакте, отписал там и... Короче. Ладно, давайте смотреть. Подустало еще финал, Б5, ё-моё, это во сколько мы закончим? Еще таким стилем игры, как здесь играют, вообще жесть. Хорошая стратегия от братка. Димага и пацан говорит, забыли меня. ЦЦшка, ща вернемся, заберем. Хорошая стратегия. Золотом быстрым от братка с перелетом 5 КСМ-ок. На этой карте эта стратегия такая... имеет место быть и очень неплохая, я бы сказал бы, даже.
Но мулов сюда выкидывать не надо. Здесь надо КСМ-ками именно добывать. Орбиталка делается. Здесь тоже рабочий строй. Сможет третью братку здесь запилить. Собак плюс геликов достаточно много у братка с демагой. А здесь только 2 циклона и 2 гелиона. Линги забегают, окружают. Ё-моё, Тиранвик тупит как сейчас с бёрнингом. Это практически ГГНчик на самом деле. Здесь уже квит дэмэдж получит, скорее всего, Тиран с Протусом. Так, пилоны отменяются, чтобы фениксов больше много не строили здесь. Пилончика не будет, в таргейтах ничего не будет. Пишем ГГ, выходим. Мало того, что базу заняли, так еще и брабли. Стенку надо закрывать, потому что побыстрее. И здесь браток жгет, и там демага жрет. Браток жгет, демага жрет. ГГ бёрнинг. 1-2-0. Вот я начал жаловаться на то, что долго, и вот все быстро стало. 2-0, браток Димага, финал у нас абсолютный. Аверс и Хеллрейзер против братка и Димаги. Отлично. Сейчас даже переименую я по этому поводу. Кстати, с последним днем начавшимся зимы вас поздравляю, товарищи, ребята. Пошел инвайт. Что-то резко как-то прям хост создали, смотрю, пацаны. Ну что, БО-5, преимущество в одну карту у Хеллрейзера и Аверса, из-за того, что они из Венеров вышли. Вот. И мы ждем начала, пацаны. Так, ну что же, ребята, отписался домой, не из дома. Дом – это не то помещение, в котором ты находишься. Дом – это там, где твоя семья. Это дом, короче говоря.
Масленицу я не отмечаю, потому что я не считаю это какими-то праздниками, которые нужно отмечать. Такие праздники, как Масленица, например. Что это такое вообще, Масленица? Ну, Масленица, ну а дальше-то что? Я стримил, дома был. С вами общался, пацаны. Ну, а вы помните про то, что я очень прошу отключать отблоки, подписываться на премиума и поддерживать меня и мой канал, естественно, по реквизитам описания или через плеер. Также Да, все сказал. Фу, блин, тяжковато уже. Ну, надеюсь, Бо 5 не будет слишком долгим. Я очень на это надеюсь, что не будет игр по 40-30 минут. А если и будет, то одна, а остальные быстрые. Вот. Ну, главное, чтобы они были интересными в данном контексте, конечно. Авис там ест. Хоть и жрать-то на ночь, ё-моё, ест он там. Подустал я, подустал. Что-то долго решать. Все, ребят, поехали. Наконец-то все начинается. Красавец Алекс Пенкин, поздравляю. На Пасху яйца я ничего не крашу. Мама красит, да, там бывает, как бы. Так, не работает Ctrl F здесь, я что-то жму-жму, все. Ну что, Бо 5, ребят, Аверс
и Hellraiser ведут. Вот у нас браток с Димагой, Тиран Зерк. Димага Шпротусом, я помню, собирался играть, но что-то не играет сейчас. Ну, мех плюс карьера, это достаточно имбовая такая она, тема, и можно попытаться так играть. Так, ну, Hellraiser, гейт, пилон гейт, Nexus, пилон гейт, газ, Nexus, кибернетка, да, это финал. Всех приветствую на всех плеерах, еще раз, ребята, поздно он очень финал проходит, ну а что делать, не переносить же его. И Nexus строится. Здесь у Димаги 3 хаты, пул билд, короче, как и в предыдущих играх. Фига не наглеют в этот раз так жестко. Браток еще и через Рипер ЦЭшку ставит. Вот такую хрень просто пушить, если, например, то это пробивается всегда. Наши КСМ атакованы. Ну, с разведкой в этот раз хоть. Ну, эти пацаны тоже с разведкой. Ну, такая, я бы сказал, разведка посредственная. Так, ушел браток, пытался Hellraiser трепальтнуться на краешек, если про, Рипер был в ренже, Адепт сверху смог пульнуть, но он все-таки вышел из ренжа. Строится Оракул в Старгите, ну, в общем-то, развитие идет, здесь тоже ЦЦХ у Аверса получается. Здесь 3 хаты, то есть Димага будет опережать по рабочим, ну, кстати, Hellraiser особо не отстает, должен я отметить, и Оракул строится у него. Кстати, это карта, на которой макро заруба была в предыдущем матче, как вы помните. Может быть, и здесь будет какое-то макро дикое от братка с Димагой против Hellraiser'а и Аверса. У Аверса, так, Минки и Рэйвен, и два гелика, но... Если тут у нас Оракул летит, здесь жечь-то нечего, здесь два дрона. Это же смешно, что эти два дрона... Третий выходит. Лучше бы налетел на вот эту базу. Здесь еще спорка не готова была. Ну, чуть-чуть пожег здесь. Здесь минка интересного братка закопана. Оракул улетает на ДХТХП. Лучше его спасти, потому что он сейчас полей наберет. Уже ревелейшн будет кидать. Почему 1-0? Потому что из венеров брат этот Авер с Hellraiser'ом. Опа, минус овер Димаги сейчас. Из венеров... Преимущество карта дается в дабле. Ну и они, кстати, в венерах проиграли, браток, с Димагой 2-1. Вот. А этот, как его... Даже если бы они не попадались друг на друга, все равно из минеров дается как бы преимущество всегда. Интересно, у Аверса минка закопана. Может, я что-то не вижу? Нет, вроде все я вижу. Минка еще здесь бахнула. Надо просканить. Ну так, тут у братка две минки, и здесь минка напротив одна есть. Это бы 5. Автотурелями шатает Аверс, летать, кстати, еще энергии есть на автотурельку. Храбам 63 димаги, Аверса 44, братка 38, 54 Hellraiser. Пока я вижу, что строятся фениксы,
и Флит Бикон. То есть это выход очевидный в Карреров идет здесь. Так, здесь пошла броня, что-то вы там какие-то социальные, блин, уже темы подняли, я уже смотрю, нет ли пригара никакого, вроде нету. Опять братка захарасили Рейвеном, здесь летают фениксы, очень слабо напрягают. Демаги 12, 11 корабтеров, еще 18 дронов он заказывает, сейчас 80 у него практически рабочих станет. Так, фениксы прилетают, что-то братка бедного, все шатают и шатают, демага строится. Здесь туретку на братку на третий впилить, вообще не прикрыта третья база никак. Рейвен у Аверса прилетел, отдался, сейчас какие-то нелепые хрени, чем здесь Рейвен полетал, улетел. Вот, цвета нельзя поменять на этой карте. Так, Минка по фениксам бомбанула здесь неплохо. Ну, суммарно братка и демаги меньше, чем Аверса и Хеллрейзера. Учитывая, что демага зерка, зерги, конечно, ну, я бы не сказал, что зерги мясо, но армада будет хорошо работать. Здесь оракулы ставят стазисные ловушки. На центре не помешало бы стазисных ловушек поставить. Вот опять же, как совершает ошибку, как и Тиранвик Хеллрейзер, не делая грейдов на армаду больше. А грейды нужно максимально штамповать сейчас. Причем, когда уже три базы, желательно вообще с двух кибернеток грейды поштамповать. Игра возобновлена. Так, здесь Рейвенов надо фокусить, а не по карактерам атаковать. Все-таки отфокусил Рейвенов Хеллрейзер. Фениксы нафиг не нужны на лайте, их надо разменивать вот сейчас. То есть в армаду, когда будут играть, они уже здесь не особо нужны будут. И это серьезно я говорю. Добывал. Хеллрейзер уже 170. Чуть Хеллрейзера больше, чем демаги. Вторая атака. 4 карера, 7 грелок. Ну, против карапторов грелок подмасил. А сейчас кареров еще побольше добавят. Политику считаю верной. Но, блин, не должно такого быть, что у зерга 2-2 на равных с протусовской атакой делается. Третья атака на такую стадию уже должна делаться. Как протусы не могут, кроме в армаду играют, это запомнить. Грейды — это ключевой момент, тем более с одной кибернетки вообще. Так.
Пошла движуха, Димага Караптеров пытается занять позицию. Здесь армада шатает, золото выпилили в центре, Hellraiser плюс Аверс. Ой-ой-ой, у панца. Смотри, армада плюс Рейвен, страшный микс, просто страшный вообще. Специально тормозят, чтобы мой стрим полить. Не надо поливать мой стрим. Мой стрим боится воды. Зачем мой стрим полить? Поливать. Так. Я просто просто в шоке, насколько далеко сейчас секира летает. Это же какая-то имба, ё-моё. Мазершипку от Hellraiser вперед все выводит. Куда ты все его выводишь-то? Пока эру прилетит сейчас нормально так. Бах! Танк снизу пострадал на 65 дэмэджа. Неприятно. Ну, хату очередную выжгли. Позицию занимают хорошую. Караптеров 45 у Димаги. Есть 80 карьеров, 8 этих. Ну, вы поняли. 8 грелок. Ну, Аверса просто невероятно какой-то... Смотрите, Мазершип улетел. И Димага с братком этого не видит, уже сонный. Ну как можно не заметить ключевого юнита Протсу? Вот он висит, что Hellraiser делает? Он что, вообще совсем, что ли? Контроль на равенах идет, браток не сплитит вообще геликов сейчас. Вот, наконец, Димага караптерами заметил Мазершип. Что за ошибки? Ну тут что с одной стороны, что с другой ошибки. Поломились, браток, с Димагой. Армада в зеленке, в секерах. Аверс секеров. Где от Аверса секера, я не понимаю. Ну что он сделал? Да какие дефенс-троны надо секи... Минус Аверс, короче говоря, с Hellraiser'ом, судя по всему. Хотя у Hellraiser'а большой дозаказ. Ну здесь все уничтожают караптеры в мясо. А прикиньте, мазершипка есть, ты ТП делаешь домой, все. И где секера от Аверса, я понятия не имею вообще. Фу, бля, простите. И то верно. Чихала, подтверждала, как говорится. Ну, верчаш выставил, сразу мазершип морфить надо. Ну, Hellraiser ресурсов нет. Ну, тут занято все снизу. Баста больше, походу, чем у братка Зимага у них сейчас. Ну, да. На вот этих две как раз базы и больше. Летает Димага караптерами, бараки всякие нелепые какие-то шатают, там грелок строится миллиард. Просто, ну одних грелок тоже нельзя строить, почему? Потому что если в стейке как-то криво сплетануть, там нереально зарешает тогда этот, как его, зеленка. Так, идет вперед Hellraiser, Мазершип не морфит. Ой, какие секера от Аверса. Димага без сплита караптеров вообще действует сейчас. Что за бред? Отгоняют. Аверса 140, 189. Hellraiser быстро лимит выставил. Молодец. Еще и есть уже и этот... Ну, вы поняли уже. Так, здесь еще-то гелики постоянно заезжают от Аверса. Грейды 3-1 у братка. 3 брони, 1 атака воздушная. У Аверса 1-1 воздух, 2 воздух. Браток делает. А, нет, 2-1 у Аверса. Аверс третью броню делает. 18 грелок уже у Hellraiser'а. Ну вот, вот, для грелок вот где ужас. Если сплит будет плохой, то все. Ну, как я считаю правильно микс делать? Не 20 грелок. Сделай грелок там 14 и карьеров там не 3, а 7 где-нибудь, 8. Вот так. Так, ставить на ловушке, секира по грелке, разогрев, секира вообще, как караптеров унесло? Вы видели, как Димагу унесло? Это просто дичь вообще. Минус где-то 40 караптеров за секира, за разогрев. И самый прикол, что секира законтрили сейчас зеленку. Очуметь, вот этот замес был. Такие надо пересматривать. Но я даже не поднял зря наверх, надо было его смотреть издалека. Было бы понятнее все вообще. Красота вообще.
Героев не было, потому что Димага раптерами влетел в Кайрер, все героев не были, потому что их никто не кинул. Димага влетел раптерами в Кайрер, когда уже кончился бой. Так, здесь елики братка приезжают, Айрус успевает рабов отвести, молодец. Полетел отбивать, здесь надо точкой сбора просто цеху поднять, да и все надо здесь. Так, Димага еще вайперов строит вообще. Пять тысяч минералов Оверса, но он исключительно Рейвенов масит, поэтому он не спешит лимит этот заполнять, ему газ нужен сейчас. Здесь нужно газ запиливать и сразу планетарку рядом ставить. На вот на такие минералы нужно планетарки ставить для перестраховки. Так, пробивается братку здесь золото. Хеллрейзер напрягает, ну газы пустые, убивать уже я смысла особого не вижу. Что-то грелка там на ту редку прилетел, Хеллрейзер заметил, кстати, законтролил грелку. Телепорт домой надо делать. Ой, как не успел Хеллрейзер ТП домой делать, сплит где? Пошел сплит. Сплит оставляет желать лучшего, викингами браток все делает. Как же Хеллрейзер сейчас провафлил, а потому что Мазершут за удар погиб, это печаль полная. Потерял абсолютно все. На муви карьеры с прироста летят. Хеллрейзер отдается напрочь. Вообще, братка 160 и у братка много лимита. Это тот, кто будет тащить вообще. Сейчас, судя по всему, в этой игре. Аверс секерит по караптерам. Нормально влетает. Как же много секеры дэмэджа наносит. Жесть. Браток идет вперед. У него викинги фактически одни. Здесь штормы сбоку подходят. По вайперам, смотрите. Ё-мо, караптеров вообще всех заворачивает. Димага, ты контролишь караптеров-то? Дима, ты что делаешь? Потери больше всего в Димаге. У Аверса меньше всего, между прочим. Ну, у Хеллрейзера почти как у Димаги, потому что он много отдавал здесь. Здесь хеллбаты заходят от Аверса. Вот на такой стадии грейды 3 брони, блин. Надо чисто минерал Аверсу. 4К минералов. Нужно вкладывать их сейчас именно в пуши. Атаку наземную он зря не делал. Здесь Димага заливает сейчас землей, Хеллрейзер и воздух. И там уже землю, какие-то архончики делаются. Аверс прилетает, секерами надо по максимуму. Так, не хватило братку и Димаги. Им убили эти базы. А здесь все добывается. Смотрите, и фотонки есть. Все равно Хеллрейзер с Аверсом справились вообще. Тоса минералы адептами унизят. Ну тут ты не прав, потому что у братка на технику грейды есть и есть гелики, а с адептами они справятся. Вот, а там адепты по нулям будут, и в этом смысла нет никакого. Тирану проще планетарок наставить и вот такую пассивную оборону сделать, тягучую, и рейвенами летать, просто время тянуть. Таким миксом вообще ломиться некуда особо. Тем более, что и гелики там унизили землю и так. Просто Аверсу побольше нужно было бы делать грейдов на землю и по, ну, с факторей побольше геликов делать. А адепты там с 0-0, они вообще как бы что они там будут делать? Ну так же только с геликами забегать, если. Задача просто здесь немножечко в другом, на самом деле. Ну, посмотрим, короче. Это 2-0, между прочим. Если браток сольют, то все. ГГ-нчик тогда. А, ну да, золота не было. Вот я сейчас смотрю на миникарту, думаю, что вышли-то. Золота не было, там все погорело, как бы, получается. И у Аверса 20 рейвенов. Ну да, там только дистанс майнинг остался. Это ГГ.
У братка просто не было. Понимаете, у братка не было рейвенов. У него викинги бесполезные одни, как бы. А там одни рейвены, которые сверхполезный юнит в таких ситуациях. У них энергия, у них сверхполезные сикера, автотурели, дефенс-дроны, и ничего с ними не сделать вообще. Что с хостом-то, не понимаю. Так, инвайт пошел. Вороны против армады не могут микс убить. Ничего себе, а как зергу убивать 18 карапторов на разогреве и там этих секеров? Вы видели все, как просто 40 с чем-то, 50 караптеров залетело, и через 2-3 секунды их не стало просто. Караптер, на самом деле, против воздуха на 200-200 лимитах, это юнит мертвый у зерга, мертвый. Не нужно мудиться там что-то придумывать зергу. Вот то, что им скорость повысит, как бы, это, конечно, интересно, но это не усилит их в лоб атаку. Но там вроде как бы не только скорость караптерам повышать собирается патчи. Я бы просто продумал бы вариант, как в первом Старкрафтике слотных спор у этих девореров, они решали все вообще, как бы. Споры это там, они вообще нахер воздух весь сносили, эти девореры, короче, даже через оклик. Вот. Такое, конечно, допускать не надо, чтобы там вручную накидывать, может быть, можно было какие-нибудь споры, я не знаю. Крейсеры? Да не, крейсеры, ну, хз. Крейсеры слишком много сикеров, крейсеры в пачке стоят. То есть, ну, вообще могло бы помочь, да, как бы. Но тут проблема в зерге, а не в тиране. У братка эффективные юниты, а вот караптеры здесь спорный юнит, на самом деле. Просто до этой стадии не нужно зергу тиран. Надо агрессивничать на более ранних стадиях, получается. Так, интересно, на этой карте можно поменять цвета или нет? Не, нельзя поменять цвета.
Так, вижу два барака. Где два барака, там и три барака, на самом деле, легко могут быть. И маги 17, хата Гаспул. Здесь карта с... Вот, вот карта, на самом деле, где тиран и зерг должны решать против тирана и протоса. Каким образом они должны решать? Да таким, что вот здесь пушить можно очень жестко. А здесь каждый один отдельно отбивается. Арт подчеркивание в подчеркивание Йойчи поддержал ваш канал на сумму 555 рублей и сообщает, на сон грядущий. Ты сегодня прямо марафонец. Спасибо тебе большое, Арт оф Джой, спасибо, пацаны, всем за поддержос. Против армады Микоз, и что-то там микозить собрался против армады, интересно. Там грамотная зеленка должна быть, мазершип выцепаем там, как, ну, то есть, либо со спорками дома от обороны пытаться, как бы, ну, то есть, в лоб драться очень тяжело. Зергу, ну, то есть, корабторы, они не решают, то есть, они не могут в лоб убить, вот в чем про... Так, браток напрягает, Мариков сливает аверсу, Хеллрейзер пилон на всякий случай ставит, но здесь мастриперы идут. Че браток делает-то ему? Рипер отдал одного мазершипа минус. Ну, здесь три барака рипера. Микозить там нечего особо, как бы. Вот, разве что где-то подловить, ну, где ты подловишь. Мое мнение, что в 1 на 1 зерк стационарно против армады может драться. То есть масс спорок напилить, как раз там и микоз может зайти, и вайперами на спорки вытягивать. 2 на 2 это тоже реализуема такая политика. Так, гранатки риперы кидают. А у Протоса что дома? У Протоса адепт и оракул заказан. 4 адепта. Кстати, где здесь запрыгнуть вообще на мейн можно? Только через... А здесь можно? Нет, здесь, судя по всему, нельзя. Вот здесь вот можно запрыгнуть. Аверса пытаются зашатать. Аверс нахренам-то вышел вниз. Зачем он вниз-то пошел? Подкинуло так, фокуснули в воздухе. Прикольно. Очень много братка. Мазеркор, шипкор куда-то улетел. Куда он там улетел? Оверчаш выставляется, два рипера сразу минусует. Не, блин, невезучий пилон для Паша. В это время передроп лингов от Димаги на мейн идет к Хеллрейзеру. Оракулом даже дэмэдж не врубает. Все правильно делал. Зачем? Здесь адептов полным-полно. Чем оракулом дэмэдж врубать? Собак много здесь у... Димаги. Вот они с разогревом. Оракул начинает жарить, чини с разогревом. Оракул жарит, начинает. Риперы накидываются, плюс линги накидываются. Аверсу нужно вести сюда прикрытие. Где там циклоны прилетают? Циклоны принимают бой. Оракулы жгут. Аверс с Хеллрейзером. Какая интересная игра получается. Улынин Димага с братком. У Аверс с Хеллрейзером терпеть пытаются. И они терпят. Терпят очень даже неплохо, я бы сказал. Причем медивак вот этот решил сейчас, врыв этот зарешал 100%. Ну, Хеллрейзера рабочих, смотрите, у братка уже 29. То есть браток риперов-то в плюс все вывел здесь. Это факт. Здесь Димаг что-то пытается сделать. Димага здесь ничего не сделает пока. Влад с инфестором не дает интерцепторам полететь, а кто их убивать-то будет? Нормальная армада это нигде одни карьеры, а это где карьеры с грелками, с мазершипом грамотно намиксованы. Плюс в один на один, да, я просто не видел, как бы, как это, с кем это работает, как бы. Поэтому ничего сказать не могу. Но 2 на 2 ты есть второй игрок, который еще снизу может прикрыть. То есть тут уже другая, нужна немножко политика. Пытается все еще братога Димага и браток ломиться сюда, но никак убить пока не могут. Ну, у братка вторая база, у братка, ё-моё, тут био сейчас будет... А, либератор братка харасит, не дает. Но Димага просто, он без технологий абсолютно. Зерг здесь, я бы не сказал, что абсолютно бесполезен, но не очень-то здесь полезен в этой игре. Минус центря, риперы прикрыли овера, который дропал там. Риперы залетают на мейн, оверчаш. Пошел оверчаш.
от Hellraiser. Адептами Hellraiser Nexus отобьет сейчас, судя по всему. Хотя собаки нагрызли плотно, и риперы могут добить. Нужно адептами спешить вперед лезть. Могут риперами добить. Здесь циклон еще-то оверов минусует. Таверс забирает циклона, Увести пытается на мэйне. Здесь три уже на мэйне циклончика. По марикам гранатки. Не, здесь Аверс легко отобьет. Я не понял, Аверс что там этого? Что там Аверс вообще? Что там этого Аверс вообще сделал? Контроль у Аверса какой-то появился. Тренится, брат, пацанчик-то вижу. Похоже. Циклонов там забирает. Вообще Мехос против мув, прикольно, да, то есть ДПС карю снижают. Так, Аверса-то... Ууу, ребятки, это 3-0. Аверс с Хеллрейзером поднимает баблище с Гудгейма, ребят. Я пока смотрел в чат, пошла контратака. Адепты плюс Оракулы убивают. И Аверс прилетел. Ну, там нету технологий, потому что Свич хороший. Ребят, я извиняюсь, я реально устал, поэтому я пропустил даже конец здесь немножечко. Вот. А потом реплея выложу. Не, ну такой микс, да, интересный с инфесторами против армады. Но он очень жиденький. Одна ошибка там разорвет нахрен армада все это дело. А если сплетануть карреров немножечко с грелками пору кругом, там мухи не будут вот так вот кучей в одной влетать. Вот. Ну надо смотреть, как бы, в принципе, да? Что там к чему. В общем, ребят, я не буду после вырубления стрима к вам врываться. Ситуация какая? Завтра в 13.00 ИМ. Больше мне и сказать нечего здесь. Приходите смотреть. Смогу стринтану пораньше, но, скорее всего, не смогу. Все, до завтра, пацаны. Увидимся. Запись залью.